Вчера мы остановились на том, что мы поговорили о правиле перебивания, Может быть, это выглядит забавно, но это действительно бесценный инструмент. Сегодня начну с двух мест Писания. Get off my email. Um, is it? There. Ephesians 6 Ephesians 6 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. И вы отцы не раздражайте детей ваших, но испыт, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. И Колоссянам три, двадцать первый стих. And this man says, fathers, do not exasperate your children, so that they will not lose heart. Отцы не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. So we want to be very careful that we do not provoke our children and that we do not exasperate our children. Итак, How do you provoke your child? First thing. Первое. Unfairness. Это нечестность. Несправедливость. Если вы несправедливы к ребенку во время дисциплинирования, и если вы несправедливы ко всем детям одинаково, это провоцирует их. The Второе, как можно провоцировать ребенка, это если вы не чувствительны, когда ребенок приглашает вас в свой мир. Мы немного говорили об этом прошлый вечер. Когда ребенок приглашает вас в свой мир, делиться своими мыслями, то вам нужно быть очень осторожными. His childish fears may seem silly to you. И нужно быть нежными, потому, потому что мир ребенка может казаться очень простым и глупым. But they're not silly to him. Но э этот мир не глуп для него. Многие дети, которые, у которых была своя комната в детстве, когда они выросли, uh, то им комната уже это не казалась такой большой, как она казалась в детстве. И когда мы... Уже как взрослые приходим в эту комнату, то думаем, что она оказывается настолько маленькая. Их проблемы и мечты, они вот тоже кажутся такими, как дети, они считают, что их проблемы и мечты очень большие. Третье, как можно провоцировать ребенка, Is you can это проповедовать им. Если вы не старший служитель в общине, в общине, это еще не значит, что вы не будете проповедовать своим детям во время обеда. You know Понимаете, что есть разница между общением и проповедью? Не стоит проповедовать им, стоит строить отношения с ними. И, и легче всего говорить эм, вещи так, чтобы они не задевали, если вы находитесь близко друг к другу. even something that's, you know, that's really correcting comes better from close up. So it's better not to preach at them. Get close. And, and then talk with them. Now another way to provoke a child is when you, and when you punish them when you're angry. еще одно как мы можем провоцировать детей это когда мы их наказываем когда мы злимся control, если вы не можете контролировать свою душу то как вы можете ожидать от них что они будут ее контролировать даже если они не находятся под контролем просто вышли из-под контроля то вы все равно должны сохранять спокойствие There are some children that I have known. Есть дети, которых я знаю. И как-то у них так получается, что они действительно могут провоцировать взрослых. Они там закатывают глаза или каким-то образом вот своим лицом выводят взрослых. You need to keep yourself under control. Тем не менее, нужно, быть, нужно держать себя под контролем. So don't punish them when you're angry. Не наказывайте детей, когда вы злитесь. Это приводит к пятому пункту, как можно спровоцировать детей. do not expect more from them than you expect from yourself do as i say not as i do that, that will just that makes a child angry now, the sixth thing that i have identified that can provoke a child is when you tell them Too little or too much about adult issues. И шестое, что может провоцировать, это то, что я открыла. Это то, что либо вы рассказываете слишком мало, либо слишком много о взрослых вопросах. Например, кто-то из близких ваших имеет серьезную болезнь. И вам нужно действительно иметь мудрость от Духа Святого, чтобы понять, сколько вы можете рассказать ребенку об этой ситуации. Обычно они все равно поймут, что что-то не так. So И так нужно им сказать просто то, что действительно им стоит знать, вместо того, чтобы рассказывать слишком много деталей, иначе это станет просто бременем для них. И обычно то, что они воображают, намного хуже, чем ситуация на самом деле. Но в то же время, вы не хотите и в то же самое время не стоит налагать на них бремена взрослые. Обычно, если мама плачет, они не захотят узнать, почему так. И нормально сказать, что послушай, мне грустно. Иногда это то, чему я учила своих детей, то, что мама иногда плачет, потому что она счастлива. Но в то же самое время нужно, например, добавлять, что uh, Бог все равно главный во всей этой ситуации, и мама доверяет Богу. Yeah. Okay, now how do you That word exasperate it's when you it's when they give up. It's like they 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 quit being angry and now they just quit. Uh, how can to children? In some ways an angry child is in a better condition than a child that's just given up. Uh, sometimes a child who is angry в лучшем положении, чем тот, который в унынии. He Потому что тот, кто в унынии, он просто теряет свое сердце. That are, that to, up, one, И э, есть три вещи, которые я поняла, которые приводят детей по-настоящему в уныние. Это Первое – это когда родители не 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 находятся в единстве. In my we have a lot of в Америке очень много разводов. И многие дети они просто находятся в постоянном унынии, потому что они не могут пережить то, что родители постоянно ссорятся. Второе ⁇ это неуважение к ребенку. Вы хотите, чтобы маленький ребенок был маленьким э, вами. Ребенок похож на вас, но он не вы. And so that will exasperate them. That will cause them to just give up. Now, the third thing uh, that will make a child want to give up is if you are inconsistent. Inconsistent. I don't do the same thing every time. Some days, this might be okay. Other days, this isn't okay. то есть одно время вот это нормально другое время что-то взрело в голову и это уже ненормально это как просто ну человек, люди настроения сегодня нормально завтра все уже плохо Now I think it's interesting That Paul addresses this to the fathers. И интересно, что Павел именно э, по этому вопросу обращается к отцам. Потому что я для себя поняла, что больше у женщин э, происходят такие перепады настроения. Это касается гормонов.

Просто родители должны знать, что какие правильные вещи нужно делать для детей. Okay, now I talk about and я хочу еще поговорить о поддержке и кон и контроле. Now, has on my да, мы тут чуть-чуть перевели вот этот раздаточный материал по-другому. Для них? ну я об этом. На завтра мы вам распечатаем эти ну, right. вот, вот такие таблички. This one's Вверху вот названия столбцов это высокий контроль и низкий контроль. support. Слева э, строки это высок, высокая поддержка and low и низкая поддержка. This one here, the high control and high support would be the best. И в, вот, вот в этом квад, прямоугольнике, где э, пересекаются высокие контроль и высокая поддержка, там это самый лучший как бы, в, э, вариант. That would mean that that family has good structure. Это значит, что у семьи хорошая структура. The are sure that the are родители убеждаются в том, что дети послушны. Get to bed on time. Дети ложатся вовремя спать. Are well. Они едят хорошо. And up in, in, just with good rules. И они растут с хорошими правилами. That also это также включает тех родителей, которые очень много э, проводят времени с детьми. Во всем, в чем э, заинтересован ребенок, в том же заинтересованы родители. They take time to encourage them. Они э, уделяют время для того, чтобы ободрять детей. They find out what their children's dreams are and they help them with their dreams. That's what we all want to be. If you have that kind of a home, and this has come from some studies that um, even non Christians have done. И это исходит даже из исследований, проведенных неверующими. Those are most to И такие uh, дети, они, у них больше всего шансов uh, быть успешными. Those are most to hang on to their И, скорее всего, эти дети, они будут держаться тех же ценностей, что их родители. Now, over here, вот, вот внизу справа по диагонали. Это семья, в которой родители не особо доступны и там немного правил. We, I would call these это э, лю, э, это родители, которые, э, ну, они просто равнодушные, скажем так. They, these parents aren't there for the children. Эти родители не участвуют в жизнях детей. Они не знают своих детей. И они не особо заботятся о том, что делают дети. These are the most to be И вероятнее всего, такие дети не будут успешными. Вы хотите вырастить неудачника?

their parents' values. Э, we we've all, we've all seen children like that. Now, then you have this one where they have a lot of rules and a lot of structure, high control and not very much support. вот здесь слева внизу Это семья, в которой очень много правил, сильный контроль, но мало поддержки. It, 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 Ты должен делать это, это и это, но я не буду тебе помогать особо. Lots of law, but no love. Есть закон, но мало любви, почти нет ее. These kids are the most to fail. И эти дети вот после этих они, скорее всего, тоже будут э, не, неудачниками. These kids are the most to the И такие дети на втором месте, кто, скорее всего, не будет принимать ценности родителей. Справа вверху. Э, это семья, в которой нет особой структуры. Может быть, там мама доминирует. Но эти э, родители, они всегда участвуют в жизни детей. И они заботятся о своих детях, и дети знают об этом. И эти дети на втором месте, кто, кто добьется успеха? После того, как я посмотрела на, на вот эту таблицу, когда поразмышляла над этим. Я пришла к выводу, что поддерживать их эмоционально – это одна из самых важных вещей. Я видела, как это работает в жизнях людей. Они любили их, они с ними, их структура была Люди проводят время со своими детьми, они участвуют в их жизнях. Может, их структура семьи не, не очень крепкая. Them, Но если эти дети знают, что мама и папа любят их, то, скорее всего, они будут принимать ценности родителей. The fact that you're in a class like this tells me that you want to be very useful in the kingdom of God. И то, что вы находитесь в этом классе, говорит мне, что вы хотите быть, чтобы Бог использовал вас в Своем царстве. But it wouldn't be good enough for any of us to reach the whole world for Jesus and lose our family. Но не хорошо было бы нам достичь всего мира, но потерять свою семью. So whatever we do, we try to be consistent. И во всём, что мы делаем, мы пытаемся быть постоянными. We try to have good structure. Мы хотим, чтобы у нас была хорошая структура. We try to have first time obedience. И мы хотим, чтобы нас слушались с первого раза. But what's really important is that we engage with the children. Но также важно, чтобы мы проводили время с детьми. They need to know we care.

Строители, а я из нового современного перевода читаю. Строители теряют понапрасну время, если Господь не строит дом. Теряют понапрасну время стражи, если Господь не охраняет город. Потеря времени вставать рано и пищу допоздна искать. Даже во сне Господь хранит тех, кого любит. Дети наследство Господне, дети Его награда. Сыновья молодого, как стрела в руках хорошего солдата блажен кто свой колчан заполнил сыновьями и он не будет посрамлен когда с врагами в ворот он будет говорить you your family, your uh, Когда вы начинаете свою семью uh, Вы должны uh, выработать видение для своей семьи, для своего дома. That's not who we are. You need to know who, who вы you должны are. определить для себя что вот вот это не то кем мы являемся а вот это то кем мы являемся есть определенные вещи которые семья хортонов например просто не делает и мы мы преуспели, особенно вот когда наша дочь была в седьмом классе. She went to a small она пошла в маленькую э, христианскую школу. And I heard this story from her и я услышала эту историю от ее учителя, учительницы. The Perry had Perry is my э, и учительница подумала, что Перри их дочь, что она обма что она подсматривает. И она ее выставила из классов. You know, uh -huh. И когда она ей сказала, что послушай, я видел, ты списываешь, said, no, <laughs> и э, та, та посмотрела на учительницу и сказала, нет, Хортоны не обманывают it wasn't whether or not it was the right or the wrong thing. She knew that there was a family identity of who we were. И неважно, что, что это было, но она знала, что так ведет себя семья. Other friends of ours, when their children would come home and want to do things that their friends were doing, that mom said no. И э, наши, э, наши друзья, вот их дети, когда они приходили э, кому-то в гости, и там те дети делали что-то. You know, И говорили, да слушайте, все дети так делают. Was, Но дети семьи наших друзей, они говорили, нет, мы так не поступаем. It's a, it's a, saying, вы не обвиняете другую семью, вы просто говорите, что это не то, кто мы есть. So you cast that vision for your house. То есть вы должны распространить видение, понять видение для своей семьи. Okay, let's talk about the of child Давайте поговорим о разных стадиях развития ребенка. Не забывайте, что мы растим детей для того, чтобы они были успешными. Мы хотим, чтобы они имели высокую поддержку и сильную структуру. Это значит, что мы должны определить кое-какие границы. И когда ребенок вырастает, мы должны расширять эти границы. Мы не хотим дать им слишком много свободы слишком быстро. Мы должны им дать шанс возрасти именно в той э, области, в тех границах, которые мы им сначала предоставили, чтобы после этого они смогли э, чувствовать себя нормально в более широких границах. Frequently

You don't trust me. И будьте готовы, когда ребенок скажет, ты мне не доверяешь. It's okay. no, I don't. Нет, извини, не доверяю. It's not a You're not И это это нормально. Это не покушение на его характер, на его личность, потому что если ему пять лет, то нормально, что вы ему в чем-то не доверяете. Иногда, когда я говорю с подростками о том, как они э, расставляют границы со своими э, парнями или девушками, с которыми они встречаются, They'll say, oh, you don't understand. они обычно говорят, ой, вы не понимаете. Я говорю, ой, я понимаю. I have been there. Я в этом участвовала когда-то. И я думала, что мои родители не понимают меня. И тяжелым путем, через ошибки, я поняла, что мои родители были правы. So sometimes we have to love our children enough. И иногда нам стоит любить своих родителей настолько, ой, детей, чтобы они смогли, чтобы позволить им даже позлиться на нас. It's not so important for my child to understand my rules as to understand my heart. Для меня важнее, чтобы мой ребенок понимал мое сердце, чем мои правила. I, as a parent, my son is 35, so I have been fascinated to listen to him lately. И моему сыну 35 и я довольно много услышала, послушала от него. И сейчас он говорит, что э, теперь он видит, что это не было так плохо, те правила или те требования, которые мы выдвигали ему, когда ему было 17. In Texas you are not allowed to drink alcoholic beverages until you're 21 years old. В Техасе нельзя пить алкогольные спиртные напитки, пока пока человек не достигнет возраста 21 года. No, they are apt to try much earlier. Но дети обычно пытаются намного раньше это делать. И мое правило было такое, что когда он где-то гулял целый день, когда он приходил домой, он должен был меня поцеловать перед сном. So я не настолько хотела, чтобы он меня поцеловал, I him to pass the nose test. но я хотела просто, чтобы он прошел тест на алкоголь. I can smell it. Я же могу это учуять. I haven't been drinking. Потому что я сама пила. I can smell smoke. Я могу услышать, когда человек курил. Because I quit smoking in 1983. Потому что я бросила курить в 1983. И я, я знаю, как думают маленькие девочки. Now.

And he, and he learned quickly that I was right on that one. So, let's go back to when you got that baby coming home from the hospital. From 0 to 7 years, that's what I would call the discipline. от нуля до семи лет это такой период дисциплинирования You're the basics, the вы, в этот период вы обучаете основам that's what you teach. это как например вы учите играть в футбол есть определенные базовые вещи которые все должны знать Lots of и на, в, на это уходит очень много практики. Stage, thinking, И когда в, в этот период вы обучаете детей, вы должны всегда помнить, что это просто вы пробуете сейчас вместе с ними. Иногда это такое раздражительное время для родителей. You have your little у вас трехлетняя девочка. И кто-то подходит и к ребенку и говорит: ой, ты так сегодня хорошо выглядишь". И вы э, к ребенку обращаетесь и говорите: "Ты должна сказать спасибо". And the girl like... а, <laughs> а девочка стоит и ничего не говорит. И как родитель, вы хотите. И как родитель вы хотите ударить ну, ее. Но это нехорошо. Remember, we're just не забывайте, что это время практики. We're her how to to Мы учим ребенка, как обращаться с людьми, как общаться. So when she do it right, и когда она не делает это правильно, you look at the and say, вы смотрите на, на других людей и говорите мы работаем над этим и потом наедине говорите например дочери that was embarrassing for me. это было это была неловкая ситуация для меня When I tell you to say thank you, когда я говорю тебе скажи спасибо say thank you. говори спасибо Or next time there will be some punishment. или в следующий раз я накажу тебя But you do that privately. Но вы делаете это наедине. So Но не нужно это делать при других людях, которые тоже попадут в неловкое положение, когда вы начнете исправлять ребенка. Now Kirk talked about this yesterday. И Кэрк говорил об этом вчера. Вы и вам нужно пройти э, столько сколько нужно чтобы победить в этих спорах или в этих разногласиях с детьми love to you in the most э, Дети э, любят бросать вызовы в самые неудобные, э, в самых неудобных ситуациях и в самое неудобное время. You've gone to the supermarket and you have filled your cart with groceries. Uh, вот вы пошли в супермаркет и наполнили машину вс, э, всеми продуктами. And that's the chance. That's the time where your child just looks you in the face and says, "No, I won't. I won't mind you." You tell them to do something. They say, "No, I won't." И вы говорите ребенку, что э, вы тележку наполнили продуктами, и что-то говорите ребенку, а он говорит, нет. Не буду это делать. И у вас теперь выбор. Do I let the child get by with it and pay out my groceries, or do what do, what do you do? Mm -hmm. Ну и что вы сделаете с этим? This is это же это неловкая ситуация. I would suggest that you pull your cart out of line, you park it someplace, and you take the child privately and you deal with it. Right now. Uh, can, can you explain it? Because I've, I've we lost... We all got distracted. Yeah, I've lost an idea. Okay. A little bit. Okay. Let's for, let's just think you're at a store. Mm -hmm. And you, you've got your cart all full. Your grocery cart, your 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 shopping bag. Uh -huh. полная, and then you have lots of people behind you in line. Uh, that's pretty high pressure. Давление, стоите, очередь, that's probably when the child is going to do something that's going to require you Discipline и часто именно в такой ситуации ребенок начнет что-то делать, чтобы, чтобы, что, нужно, на что нужно будет отреагировать и применить дисциплину. I that you over your и я, я считаю, что лучше, важнее дисциплинировать, чем именно рассчитаться за продукты в первую очередь. You have to be to be to the child. Вы должны быть готовы, то есть вовремя и не вовремя э, дисциплинировать детей. It's to these at home, лучше всего, конечно, применять эти вещи дома. You go into прежде, прежде, чем вы пойдете куда-то в людное место. Учите как есть Before you go to a restaurant. Учите их э, вести себя правильно за столом, прежде чем вы пойдете в ресторан, например. От нуля до семи — это период тренировки, период обучения. Вы учите их э, слушать, э, слушаться вас. Вы учите их слушаться вас. Вы учите их вы учите их останавливаться на красный свет you're teaching, you're, you're и вы учите их правильно вести себя в мире um, uh, в, в этот период вы можете остановить uh, действия в любой момент и исправить их okay, now the next phase is from age eight To 12. This would be the training phase. Training. Yeah, but I've, can you explain a little bit? Because I've used that word already. Okay, you already used that word. Okay, um, let's just say it's a different phase. Mm -hmm. um, it is more, we are using the fundamentals that we've learned. Mm -hmm. Это, это период как бы тренировки, но уже э, имея то основание, которое заложено до семи лет. Think about if we're if we're teaching a sport, the discipline phase we're teaching the fundamentals. Э, то есть опять же, если возвращаемся к спорту, то э, первая фаза дисциплины, да, это э, обучение основам. Ну, как бы им, uh, ну, then you move into this second phase, and we start playing practice games. Вот вот, uh, uh, they, they're more likely they're uh, acting on, on their own. Yes, but it's still practice, it's yeah. not the real game. и во второй в вот этот период от восьми до двенадцати это как уже если говорить о спорте это как тренировочная игра то есть они они уже делают кое-что сами но все равно это еще пока тренировка они уже используют определенные навыки которые получили до семи лет но тем не менее все равно вы можете их остановить в любое время Now from 13 to 18, you've entered the coaching. It's like they're in the real game and you're on the sidelines. And 13 to 18, вы уже как они уже играют настоящую игру. So you can't stop the action. You can give them instructions from the sidelines. Вы можете давать им э, инструкции, но боковой линии. But, they're, but, but they're playing the game. Но они уже играют в игру. And you can cheer. And so here's the thing. If your children have passed through one of these stages, if, like if you have a, an 18-year-old, you can't go back. И, и скажем, вы пропустили какой-то период, например, вашему ребенку уже 18. Нельзя возвращаться и делать все сначала. realize, oh my gosh, how did we miss that? И у вас, например, 18-летний ребенок и вы думаете, ой-ой, ой как же ж я пропустил это? If the, if you have если вы завоевали сердце ребенка, то вы можете поговорить с ним, но вы не можете вернуться там, к периоду от нуля до семи и отшлепать его. Now, world, would, world, like в нашем вымышленном или в идеальном мире мы бы хотели, чтобы было вот так. We would like to have 95% of your physical punishment, your spanking, finished by the time все бы хотели, чтобы 95% физических наказаний в 7 лет уже были прекращены. Focus on those first seven years. И э, сконцентрируйтесь на этих 7 годах. Get them to you. Пусть от нуля до семи эти дети поверят вам. И мы оставляем потом еще несколько процентов уже после семи лет. Это если в идеале говорить, да, для того, чтобы применять физическое наказание в особых случаях. Be и до семи лет мы хотим, чтобы они верили нам и слушались с первого раза. We'll и продолжим завтра.